Поля регионов скрылись от снега. Вместе с ними обнажились проблемы сельского хозяйства. Недоработки этой отрасли зимой не замечать просто. А вот по весне все как на ладони. Подготовку к посевной обсудили на заседании регионального правительства. Хвастаться начальнику профильного департамента нечем. Да он и сам проблем не скрывает. Через 2-3 недели в области начнутся полевые работы, а у ряда районов в наличии лишь половина от планового запаса семян. Другая нехорошая тенденция этого года – сокращение посевных площадей. Меньше посадят сельхозкультур в Тейковском, Верхнеландиховском, Кинешемском, Ивановском и Юрьевецком районах. При этом смогут ли компенсировать потери другие районы, департамент сказать не берется. Еще одна прямая недоработка чиновников связана с оформлением земель, а точнее с их неоформленностью в ряде случаев. Остается вопрос с землей. Вот. И этим процессом, наверное, надо более интенсивно заниматься, чем мы сегодня. Потому что для того, чтобы пашни осваивать, надо прежде всего понять, кому они принадлежат. Достаточно сейчас этот вопрос. Плюс Александр Юрьевич к этому еще вопрос добавил. Да, что даже у действующих хозяйств при кредитовании есть вопросы с собственностью, есть вопросы с землей. Надо, конечно, им помочь эти вопросы дорешать до конца.